Ежесуточный рост заболеваемости в Севастополе закрепился в районе отметки 350 подтвержденных случаев в день. Так, по состоянию на 11 ноября диагноз коронавирус подтвердился у 356 горожан. 199 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 в возрасте от 39 до 91 года. Прививку от коронавируса сделали 207 727 севастопольцев. Второй этап вакцинации прошли 171 814 жителей региона. Правительство страны определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. Для Севастополя это означает, что пройти вакцинацию или переболеть коронавирусом к этому моменту должны в общей сумме примерно 328 тысяч человек. А в Крыму быстрыми темпами ежедневно растет число заболевших. Новый антирекорд – 819 подтвержденных случаев COVID-19 за сутки. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава. Рост заболеваемости в регионе продолжается почти полтора месяца. Общее количество заболевших превысило 105 тысяч. По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки от осложнений болезни скончались еще 17 человек. Общее количество жертв коронавирусной инфекции в Крыму достигло 3196.